Да, наверное. Давай сейчас. Так, я сейчас выберу быстро. Так, у тебя она была. Так, сейчас. У тебя был Лос-Анджелес, да? А у меня было Торонто. А, вот, все. Поехали. Все, готов? Поехали. Да, поехали. Ну, погнали. Так, у тебя там... автор у тебя, да, стоит? Ага. Три. Второй, так, сильный команд. А, ты завтра выходной даже, да? Ну хорошо, да. Можно покатать. Ну, ну буквально там. Я тоже завтра возьму вставать, поэтому буквально там можно. 3-4 давай. Блин! Не ошибаться. Я еще щелчков в этом сезоне не забивал. Не получалось. Да, красиво было. Так что за власть с центром у тебя будут все шансы. Да, видно, да, слышь, конечно, будет. Там будет, конечно, так. А ну без как-то ты видишь, забивает тоже вот эти вот, меня бесит эти. Я с Ливальским играл, короче, 0-0 играли. Он, знаешь, мне как забил в конце? Он мне вот этот выход 1-1 забил. Я не умею вот эти выходы 1-1. Как они забивают? Вообще. Жесть какая. Ты умеешь давай выход 1-1 делать? Да нет, так не работает. Да никто, мне кажется, секреты не скажет. Даже никто не скажет. Я тоже не могу эти вот выходы. Выходишь и кар забивать, и клубай. Я стандартно забиваю просто. О, ничего себе, у тебя два удаления. 5-3 буду играть, да? Че, завтра Лига Чемпионов начинается? Футбол, футбол. Ох ты, господи. Все, красивый гол. Там наши российские три клуба уже играют. Завтра Зенит. Нет. И Краснодар за футбол. А как у тебя жизнь вообще делает? Все нормально? Что нового, да, скоро? Оу. Ух ты. Ой, убил. Убил тебя. Сейчас я удаление. Удаление. А подожди, а ты... А, я думал, ты там тоже удаляешься. А, давай так сказать. Ты видел, какой Роджер гол забил этому? Без пивасу. Это вообще жесть. Это офигеть вообще. Два. Ну, красиво. Кларк. О, Кларк Кент забивает. Отлично.
Там, знаешь, как он забил? Он, короче, бросил через всю площадку пробросы, и вратарь у Испимаса пропустил гол. Ты представляешь, нет? Так я тебе больше скажу, ты в курсе, что этот Роджер выиграл у... это вообще... Я Испимаса проиграл в, ну, в одну шайбу. Две игры в одну шайбу проиграл. А он... Фига себе. Я в шоке, конечно. От Роджера, да, можно много чего-то, да. Молодец, конечно. Ай, ай. Вот выходы я не умею. Как эти выходы делают? Как они убивают? Блин, Замбони вообще зверь, я с ним играл, это вообще просто машина. Ты Замбони не играл еще, Джамбай? Это пипец, я с ним играл. У него так все быстро. Ты что сделаешь? О, ничего себе. Джанлад, а как у вас там с этим, с короником, как у вас там с короной? Тишина, да, у нас тут жопа вообще полная. Приман. Кларк дубль сделал. Короче, у нас тут вообще, у нас, прикинь, вообще по России как 16 тысяч вообще везде, да? А у нас тут вообще в Тольятти вообще прогрессирует, стал кошмар. Ой, ой, да. Кому отдал? Ой, как так сказано. Но выиграл нормально. Слушай, Жанлайт, а все-таки, знаешь, вот, мне кажется, оно без этого не ожидало от меня такой игры, да? Агрессивной. Но он такой думал, а, ну сейчас все налегке будет. На самом деле, ты черт налегке. О, ты это видел, Джамбат? Как это так? Я прям настроился на Анубисе первый матч. А второй, Джамбат, ты понял, да, психология у меня пострадала. Я после первого матча, все, я не мог настроиться, короче. Иногда он. Видел, во втором матче он меня разгромил. Но все, это уже просто психологически я уже не смог. Все говорят, да вот, это можно легко, да ничего. После такого матча все, нокдаун получился. Ух. Продали поп. Выходами один на один, то блин. Понятно, что. Конечно, все осталось. Ух ты! О, чё, 3-0, да? А, давай, если... Так, теперь ты первый кто у нас выбирал-то, блин? А, ты справа выбирал. Ну, теперь, значит, это... Так, сейчас...
Убирай, значит, это, я буду убирать что-то, да? Я могу сохранялку себе включить. Нет. Во, все. Все, поехал. Так. Теперь я убираю, да? Так, мне надо посмотреть, кого мне взять. А черт, я может, посмотрю по лимитам. Так, так, чего у меня осталось? Ай, вот. Давай быстро. Я шторм отпал. Лови вообще. Алидерс, слушай. Ну вот смотри, вот Алидерс что, его на топ лучше оставлять, да, я тут? Это слабо, я думаю, да. Ее давай-ка я истрачу. Давай, Алидерс. Я раз возьму. Побала. И как раз выкинул ее. О, сейчас, секунду. Так, все. Погнали. А ты видел, Джавай, тут есть этот... вот, смотри. Вот здесь вот есть тактику, можно ставить. Вот здесь видел, да? Смотри, когда ставишь... Вот, смотри, видишь, СК1 написано. Это первое звено называется. Ты здесь ставишь баланс, ну вот, например, ты берешь там, ставишь баланс там, опенсы, да, кто-то в защиту играет, кто-то в нападении, и так вот, вот так вот, например, баланс делаешь. Как-то, ну я, например, так ставлю, там, от обороны больше, где-то в нападении. Ну это, видишь, надо разбираться, конечно. Я, в принципе, примерно знаю. Ну давай, удачи, Джабу. Да, я его лучше выкину. И потом... Чё, я на топ убрать, что ли? О-о-о! Что это? Вратарь у тебя, короче, пошел гулять, да? Жалует. Короче, ты сегодня отыграл и послал их нафиг, да? Ты правильно сделал. Я, короче, начал, когда в турнире тогда тоже участвовал в черепашках. Да реально, просто задроты. Они не то, что не дают, они вообще ничего не дают. Еще мне такой пишет, ну что ты, играешь дальше? Я говорю, слушай, говорит, ты хоть дай поиграть-то нормально, господи. Я понимаю, что мы задроты, я тут новичок. Я говорю, ну что из меня топ-то сделали? Он дерется со мной, прикинь, как будто я не знаю, такой топище просто пришел. Бестолково говорить, меня просто разгромило все. Поиздевались просто. Да. Класс. Ой! Вот это я сейчас ошибся. Слушай, а подожди, у меня ведь авто стояло, нет? Ну-ка. Нет, авто. Авто. Слушай, у меня вратарь, видимо, вышел и купил, короче.
Да нет, они на авто иногда тоже выходят, но не сильно, короче. Вообще не поймешь, кто Ром это делал вообще, почему, как. Не поймешь. Ой. Ох, сейчас меня вратарь мог пропустить. У кого дали? Меня, по-моему, дали. Да. О, качество. Ну да. Чётко, чётко, чётко. Ух ты, как я... Вообще, я уже думал гол. Как? Ну как забил? Такой забить, жесть. Так. 2-0 пока. Ты ведёшь, видишь, как всё меняется. Так. Ой, чё? Так, не надо еще. Да нет, стало нормально. Кнопка меняется. Мне надо сказать. А, уже третий. Да. Ох ты. Блин. Джамбайт, я тут не бросал, это ты сам затолкал. Вот. Дебивай забил, да, гад. Вообще, он сам реально затолкал. Ой-ой-ой. Вот это гол. Да. Ну. Да что? Ох, сейчас тоже было опасно вообще. Ай, и докопал, и докопал. О! Уж красиво. Ну тут это, на добивание Джамбайт. Ошибка тут. Ну первый гол, да, я согласен, там это вообще твой игрок занес ворот. Ой! Так.
оправдывалась, когда там. Ай! Так. О, ничего себе. Ну, спасибо за игры, что я могу сказать. Нормальный, плотный карт. Сейчас покатаем, я сейчас чайник поставлю, можем покатать. А, овертайм? Ой, я что-то все, ой, бля. Я что-то уже все, блин. Очков взял, да, красавец. Блин, а я что-то это... Я уже думал, ты по, я что-то... Ой. Как я так забыл? Эпичный момент. Да, Влад, я сорян, я... Вот это да, ты лоханулся, такой пошел. Я, видимо, сегодня совсем не ел, потому что башка не справляется. Что? А, не затолкали. Как так? Слушай, а красиво было. Сейчас ты должен был точку... Честно, Джамлад, ты сейчас должен был это забивать и выигрывать в овертайме. Я тебе честно говорю, там красиво было. Он тебя как-то это, да, отдал вроде, и как-то он замахнулся, непонятно. Там. Я из щелчков никогда не могу залить. Почему я из щелчков залить, а? Ну нет, так-то это вообще такое непродолжение. Хотя у этого, у Роджера добивалось, вообще непонятно. Ой-ой-ой. Нифига тут у нас там рыбка. А! Кстати, да, атака была очень опасна. Ну как бы ты мог сейчас опять я по своей ошибке сейчас. Сейчас до ошибки все идет. Карту причем. Не только у меня. Ох ты как, слушай, как у тебя вратарь просто играет. Вратарь, красавчик. Вот это сейчас сыграл вратарь у меня, конечно, супер. Я должен был добивание уже добивать. Ё-моё, сколько монеток у каждого, а? Смотри, что происходит. А еще постная катка. О, ну-ка, ну-ка. Да ну! Где мои все? Где мои лазерки? Господи. Все поуходили куда-то, непонятно. Ой, тихо-тихо-тихо, вратарь, стой на месте. Да, ты... Ты что происходит вообще? Слушай, ну вот, на, давай. У тебя умели, да, тебе этот надо, этот. Ну, зверь, да, свежий. Ты правильно столько бегать, ничего себе. Ну и чё? Вроде бы проще. Но! Круз забил. Решающе. Ну, это очко взял-то у меня. Спасибо за... Вот теперь, да, теперь можно сказать спасибо за них. Слушай, ну мы товарки можем на стриме покатать, да как? Ой, стрим, ой, запись. Ты в записи же не будешь товарки, да, выкладывать? А, ну давай сейчас, слушай, давай прям дай мне сейчас прям буквально... Да, вот. А, ты...